Салют гулякам и гулянам! Готовы плясать до упада и пасть церкви праздных? На этот раз я подобрал для вас байку из моих стародавних запасов. Мы с вами приглашены на празднование годовщины свадьбы. Дня, когда супруги клялись жить в любви и раздорах, в достатке и ужасе, в кошмарах и здравии до самого смертного часа. Уж этого праздника муж ни за что не забудет. Третий лишний. В ролях Гэван О'Херлихи, Рут де Соса и Пол Либер. Подбор актеров Карен Ри. Художник-постановщик Стив Вольф. Композитор Жан Хаммер. Монтаж Стивена Симмела, оператор Джек Уолнер. Исполнительные продюсеры Ричард Доннер, Дэвид Гайлер, Уолтер Хилл, Джоэл Сильвер и Роберт Земекис. Продюсер Уильям Тайтлер. По мотивам комиксов Уильяма Гейнза. 4 часа. Где ты была? Ходила по магазинам, я же говорила. Как не отказывалась, Алан купил мне пальто. Нравится? Ты сказала час? Максимум 2. Я как-то не думала, что ты расстроишься. Я не расстроен. Вы ведь давно не виделись. Было о чем поболтать. И вообще, зря я сюда приехал. Порчу тебе удовольствие. Ричард, ну что за глупости? Алан твой друг. Он был шафером на нашей свадьбе. С тех пор прошло 10 лет. Сколько раз мы с ним виделись? 2? От силы 3? Жизнь не стоит на месте. Люди меняются. Ричард, пожалуйста, не надо, не сейчас. Сегодня такая дата. Я знаю. Я отмечаю ее один. Я пошла спать. Зачем ты разрешаешь ему покупать тебе вещи? Не начинай, хорошо? Меня это унижает. Ты сам себя унижаешь. Посмотри на эти хоромы. Он тычет меня носом в свое богатство. Разве не ясно? Я знаю лишь одно. Наш старый добрый друг желает нам счастья. Ну, разумеется. Ну, перестань. Эта поездка — его подарок к нашей годовщине. Так не порти ему настроение. Мне ты уже испортил. Извини. Как всегда, извини. Я люблю тебя, Делла. Больше жизни люблю. И страшно боюсь потерять. Ричард, я никуда не денусь. Никуда от тебя не уйду. Ни сейчас, ни когда-то потом. Кроме тебя у меня ничего ведь нет. Иди ко мне. Ну-ка, ну-ка. Пойдем. Иди. С детьми вон тоже ничего не вышло. Все образуется, вот увидишь. Все будет замечательно.
Ричард? Ричард. Пусть звонит. Это, наверное, Алан. Я просила его позвонить. Делла, не бери трубку. Это буквально на минутку. Не бери. Алло? Привет. Да? Я так и поняла, что ты... Нет, ему еще не сказала. Лучше потом. Эх, ребята, как же я вам завидую. Деньги, успех. Какой в них толк, когда ты один? Но у тебя есть все, о чем мечтает любая девушка. Как то? Назови три пункта. Или хотя бы один. Скажем, деньги. Это верно. В этом плане мне повезло. Но ты знаешь, я тысячу раз пожалел уже, что не попытался отбить у тебя твою Деллу. Шучу. Брось, Ричард, ты же понимаешь. Раз попытался, не вышло. Кто не выиграл, тот проиграл. Да, амиго? Спасибо. Какая красота. Нравится? Вот и я увидел, одобрил и списал со счетов. Я скажу за вещами, сэр. Ты только посмотри. Алан, чудесный дом. Понравился и хорошо. Мне тоже. Просто великолепный. Отнесите те два в главную спальню, а свой я потом заберу. Пакеты, что я отправлял, доставлены, нет? Си, сеньор. Еще утром. Отлично. Значит, все готово. Какие пакеты? С провизией. Еда, наркотики, пойло. Я закачу для вас праздник из разряда незабываемых. Мой дом, ваш дом. Так что располагайтесь. А я отнесу свои вещи в хибару. Спасибо, Алан. Как можно такую забыть? Донна, как? Донна Костелло. Донна Костелло, Донна Костелло. Ах, да, та, что с базукой. Мы не обменялись и пары слов. Ну, может, разок выбрались на свидание за все время совместной учебы. Судя по ее словам, не разок, и общение сводилось не только к разговорам. Джин. Это было до или после нашего романа? После. Ну да. Когда ты вышла за Ричарда, то разбила мне сердце и приговорила к воздержанию вплоть до самого выпускного. Ричард, сыграешь с нами? Нет, спасибо. Пойду подышу. Вы счастливый человек.
У вас красавица жена. Прожить столько лет вместе, ой, как непросто. Мне ли не знать? Я пробовал. Трижды. Не получилось. А что так? Я за свободную любовь. А они были не свободны. Как видите, я человек бедный. Поеду в город. Un trago amigo. Салют. Быть того не может. Да нет же, правда. Нет, правда. Он ведет себя как-то странно. Точно ни сном, ни духом? Очень надеюсь, что нет. Может, зря мы это затеяли? Мне казалось, пусть все идет своим чередом, но теперь... Даже не думала, что могу быть настолько счастливой. Кончается старая, начинается новая жизнь. Да. Самое трудное – держать все в секрете. Только до завтра. А там он все узнает. Продрогла? Немного. Ветер холодный. Зря мы не купили эту шубку. В другой раз. Пойдем в дом. Пойдем, пока он не проснулся. Последнее время плохо спит. Ричард. Ричард. Ты он накупил ей вещей. А это у нас что? Ходила по магазинам Алан. Где они? По-английски, черт вас дери. Сеньора просила за вами присмотреть. Ну, разумеется. Вы куда? В тот дом. А вы против? Я? Нет, нисколько. А вот сеньора просила вас туда не пускать. Так вы заодно. Да, старик? Замечательно. Просто замечательно. Они все просчитали. Видно, молодцы. Сеньор, я только выполняю свою работу. Работа?
И сколько вам платят за эту работу? Сгорает нетерпение. Поскорее бы. Ричард, проснулся? А мы все ждем, когда же... Он сумасшедший, я больше с ним не могу. С днем нашей свадьбы, милый. Ездили по магазинам? Да нет. Поскольку ты спал, решили сходить прогуляться. Здесь так красиво. Мечта, а не остров. А в понедельник с утра снова начнется кошмар. Только уже без тебя. Так, родная? Ричард, прошу тебя, не начинай. Только не сегодня. Ну чего же? Раз я это умею. Раз я в этом силен. Делла не говорила, что я бармен в придорожной кафешке, где мы частенько бухали. Ты же вроде торгуешь страховками. Нет, это шутка. Ни в коей мере. Правда? Почему ты мне не сказала? Наверное, ей было стыдно. Неправда. Не сказала, потому что знаю, это на время. Что-то это на время давно не кончается. Кто не выиграл, тот проиграл. Так, амиго? Ричард, прости, я правда не знал. Не извиняйся. Работа. Вон как у твоего Альвареса. Если я чем-то могу помочь, ты же знаешь, все сделаю. Только скажи. Спасибо. Ты и так уже крупно помог. Купил вон Делле пальто. Ричард. Красивое. Во сколько обошлось? Где-нибудь в 6 моих зарплат? Больше? 8? 9? 10? Во сколько? Господи боже, Ричард, это подарок. А эта поездка — какой широкий жест. Если бы не твое великодушие, мы бы торчали сейчас в каком-нибудь вшивом тусонском мотеле, все пытаясь сделать ребенка. Но только источник иссяк. Да, родная? Ричард, зачем ты? Не надо. Ты обещал. Нет, это ты обещала, пока смерть не разлучит нас. Помнишь еще или забыла? Забыла? Ричард, какая же ты все-таки скотина. Это я скотина? А кто спит с моей женой? Ричард? Ричард, Ричард, ты здесь? Ричард! Ричард! А, вот ты где. Пойдем, Ричард. Делла ждет. У нас для тебя сюрприз. Обожаю сюрпризы. Куда пойдем? Ко мне в хижину. Алан. Иди сюда. Ближе. А у меня тоже сюрприз. Я тут набил руку. Видишь? На кой черт он тебе нужен? Хочу из него подстрелить тебя. Сюрприз! Не смешно. Он, между прочим, заряжен. Знаю, я сам заряжал. Ну как она, Алан?
Так же хороша, как лет 10 назад? Не хуже, чем Дона Костелло? Ну все, все. Пошутили и будет. Когда кончала, у нее перехватывало дыхание? Стонало? Как зверек перед смертью. Ричард, это не смешно. Ты спятил. Ты просто сошел с ума. А ты вовсе помер. Очередной охотничий трофей, амиго. Алан, у тебя кровь. Алан! Ричард! Ричард! Вы что там копаетесь? Алан! Ричард! Hello! Эй! Как ты меня напугал? Почему ты в моем пальто? Ну как? А где Алан? Алан? Болтается где-то без дела. С годовщиной, родная. Дала. Отопри дверь. Я хочу тебя. Как я тебя хочу. И у меня кое-что есть. Подарок ко дню свадьбы. Выходи, покажу. Такой красивый. Ну, открывай. И я тебе его подарю. Знаю, ты приберегала его для Алана. Только мне... хочется, чтобы ты надела его для меня. Чёртова шлюха! Дала! Дала, дрянь! Проститутка! Дала! Ты похотливая тварь! Иди сюда, принимай подарок. Do these
Так чулочки его заводят? Да, сучка! Пойдем, родная. Пойдем в хижину Алана. Глядишь, настрогаем детишек. Так-то лучше. Годовщиной свадьбы поздравляем, ты станешь папой.